Меня преследует какой-то дед. Может, это хейтер? Здорово, народ! Сегодня у нас снова кулинарный выпуск. Хочу рассказать вам еще один интересный рецепт. Рецепт шавермы зашел, всем понравился. А сегодня вам расскажу такой холостяцкий рецепт, очень простой, элементарный. Как качественно, грамотно и вкусно, главное, приготовить пельмени. И не просто пельмени, а запеченные в сметанном соусе. Погнали! Закуп сделан. Все, что нам понадобится, это пельмени, сметана, сыр, ветчина. Ну и форма для запекания. Все элементарно просто. Берем сметану. Все, как мы любим. Ни с чем не церемонимся. Вываливаем. Сметана, естественно, белорусская. Другую используйте на свой страх и риск. Может, ничего не получится у вас. Дальше берем ветчину. Берем эти самые специи. По чуть-чуть только. Букет приправ какой-то. Пахнет вкусно. С перцем. Сойдет. Короче, перемешиваем все это дело. Берем ветчину. Естественно, тоже белорусскую. Тут уже все на ваше усмотрение. Кто-то любит крупными кубиками, кто-то маленькими кубиками. Короче, смотрите сами. Я обычно маленьким режу. И мне зашибись. Закидываем ее в нашу сметану. Ну и, естественно, все это дело размешиваем. Дальше берем сыр. Сыр лучше брать твердый какой-нибудь. Берем тарелку. Берем терку. И на крупной терке трем. Теперь берем нашу емкость. Емкость можете брать какую угодно. Я пошел в магазин и купил эти одноразовые такие. Дальше важный момент. Берем пельмени. Замороженные. Не надо их размораживать. Чисто из морозилки. Они должны быть ледяные. Вскрываем. Засыпаем. Примерно так. Прежде чем пельмени сюда закидывать, плиту разогрейте до 200 градусов. А то у вас пельмени раскиснут. А как проверить, что она разогрелась? Никак? Никак. А как вы знаете? Ну, открываешь, если там огонь уменьшился и равномерно, значит, все в порядке. А хейтера туда надо посадить, жопой своей голой. Заливаем все это дело. И равномерно вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Берем наш сыр натертый. И посыпаем все сделать сверху. Зашибись. Берем потом данную емкость и ставим в духовку. Ой, как жарко. Минут на 20-30. Но следите за духовкой, потому что все духовки разные. У нас белорусская, она не обманывает, наверное. В общем, следите. Вся эта субстанция должна покрыться такой корочкой. Сейчас увидите, какой. Получилась вот такая вот штука. Здесь сырная корочка, а внутри запеченные пельмешки. Как говорил мой командир роты, еда не должна быть красивой, еда должна быть вкусной. А это реально очень вкусно. Альтернатива попкорна у меня готова. Пойду за петушками наблюдать. Пельмешки получились просто отменные, надеюсь, вам тоже понравилось. Если понравилось, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Как только это видео наберет 1000 лайков, ждите от меня новый, простой и очень вкусный рецепт. Ну а мне на этом пора, пойду загоню всех петушков обратно в стойло. Все-таки среди людей им не место, им место среди себе подобных. Так, петушатник закрываем, комментарии чистим. Ну а я вас жду завтра, всем пока.